Всем, друзья, привет! Снова я тут. Как видели, притащил санки, кирпича. Стараюсь пустыми руками сюда не идти и по чуть-чуть захватывать какой-то материал. Вот, нагрузил целые санки. Он с меня даже бежит. Но что-то тяжеловато. Проходишь пару оврагов, и еще сложнее. Думал, положу немного, не тяжелые, а эти кирпичи тяжелые. Ну да ладно, привез, хорошо. В следующий раз привезу поменьше. Вы скажете, есть квадроцикл, почему бы на нем не привезти? Да, ну... Так сказать, поленился я его взять, это надо ехать с прицепом, цеплять его, готовить. Вот. А пока я сюда приехал, время уже обед. Смысла нету терять время с ним, это больше времени я убью. Легче, согласен, но вот так вот сделал. Вот здесь уже все в зелени, так все густо зарастает, даже не узнать. Растения все мои растут, сейчас я вам покажу. Вот, друзья, смотрите, как папоротник распускается. Вот здесь тенек, и вот этот вот он немного тянется. Все растения отлично себя чувствуют. Вот здесь вот калина, она была подвядшая, когда высадил, но все отлично поднялась. Даже вон бутон цветка один остался целым. Малина, естественно, будет расти. Правда, посадил я ее около крапивы, и вот там вот уже затягивает крапивой веточки, но они тоже распустятся, вытянутся. Грыжовник у меня пока зеленый. Вот, вижу, конечно, кое-какие веточки подзавяли, вот серединка. Ну, ничего страшного, листья вроде макушки все целые. Все зелененькие, даже он висит, грыжовничек, не знаю, видно будет, видно, вон уже ягоды, и жук тут у нас, короед. Вот, ну, барбарис вообще себя отлично чувствует, зацветает. Вот так вот он цветет. И плов будем готовить со свежими ягодками. Вон там маленький кустик тоже хорошо себя чувствует. Как-то даже доволен за растения, то что они прижились. Ничего не пропало. Вот здесь тоже вот я смотрю. Вот на дальнем плане тоже калина чувствует себя отлично. Кустик помоложе, но там грунт помягче. Ну и облепиха. Облепиха тоже себя чувствует отлично. Все листики распускаются. Интересно, будет ли она цвести, вон пауки тут живут на ней. Немного тут у нас ветер сильный был, много веток набросало, осины. Вот, вчера больше сильный ветер был, сегодня тоже такой ветерок хороший.
Не знаю, друзья, как вы, а я первым делом хочу попробовать квас. Квас из большой бутылки. Вот он такой белый. Вот в этот квас я ничего не добавлял. Добавлял сахар, ну и березовый сок. И вот последнюю, получается, пребывание здесь я чуть-чуть добавил дрожжей, чтобы он забродил. Вот, чтобы он был газированный. Потому что без дрожжей вот эти бутылки, которые я поставил, почему-то они не бродят. Возможно, сильно маленькое количество природных дрожжей от изюма. Ну, а этот, естественно, он только березовый сок с сахаром. Вот. Ну, посмотрим, что получится. Сейчас попробуем налить. Вот он уже, получается, недельку. Две простоял, такая вот неваляшка получилась. Ладно, хоть не взорвался. Очень кислый получился. Не знаю, можно такой пить, нет? Сахару мало. Но этот кислей всех, из всех, которые мы тут пробовали. Вот, возможно, надо добавить еще сахару. Надо поэкспериментировать. В принципе, сахар можно сюда добавлять, когда пить. Лишь бы не травануться. Еще может, потому что ничего в этом не было, соки. Березовый сок один, из-за этого такая кислинка получилась. Сегодня у меня задача доделать вот это вот, так сказать, обрешетку для сиденья, для скамьи. То есть мне надо еще три поперечины вырезать, найти где-то. Вот одну, возможно, я вот отрежу от этой, а остальные надо идти поискать. Ну, я думаю, труда это не особо затратит сил. Сегодня, как говорил, сильно ветрено. Не знаю, как это будет на звук, но ветер что-то становится сильнее. Ладно, посмотрим. Сейчас зачищу вот эту часть бревна.
и подгоню, наверное. Ну, посмотрим сейчас. Подгоню под какую-то из вот этих перемычек. Вот, и надо будет идти искать следующие части.
все, очертания скамеек готовы. Осталось чем-то их сверху заколотить. Заколачивать, скорее всего, буду той же дощечкой, что я обшивал землянку изнутри. У меня еще есть кое-какой запас. Вот, и думаю, как раз она здесь хорошо ляжет. Поглядываю, чтобы не было клещей. Засадил занозу себе. Поставил чайник на плитку. Надо немного перекусить. Сегодня у меня вот такой вот с собой рацион питания. Армейская тушенка и доширак. Ну и лежит у меня здесь бутылочка березового кваса. Так, немного поработал, сделал задуманное на сегодня. Сейчас больше отдыхаю, чем что-то делаю. Землянки прибрался чуть-чуть. Сейчас думаю собрать все ветки, которые повалило с деревьев вокруг землянки. Вот, ну, естественно, поставил чайник, сейчас вскипятится, попью. Возможно, кофе, запарю доширака, что-то проголодался. Вот, нужно привезти доски, и, ну, естественно, ее подготовить. Надо придумать какую-нибудь подставочку под бутылку. И вот так вот можно пользоваться, открывать, наливать. Так, погрел себе тушенку. Ну и заварил доширак. Сейчас перекусываю, посмотрел, время уже прилично. Думал, намного меньше времени. Вот, и, наверное, буду собираться до дому. Ну, а в следующий раз я привезу доски и продолжу работу над скамейками.
Я, друзья, перекусил. Уже практически думал собираться уходить. Но последнее время заметил очень частое летание ос в землянке в самой. Когда мы здесь ночевали, я Роме уже это не говорил. Вот. Наверное, 3 осы вылетело из-под лежаков. Вот, ну, я посмотрел, в принципе, ничего там такого нету. Думал, их привлекало то, что настоен квас, где-то сахар просыпался, бутылки сладкие. Ну, и, в общем, вот так вот. Вот. Так землянку обычно просматриваю. Но сейчас, выходя из землянки, смотрите, замечаю вот такое вот чудо. Вот это уже мне здесь не надо. И вон, смотрите, оса ползает. Прямо у входа. Сейчас надо как-то это убрать отсюда. Пока не знаю как. Надо, чтобы ос не было. Так вот, друзья, одна оса сидела внутри. Да, конечно, у меня опыт был убирать, но чтобы вот так в таких условиях тесных, это первый раз. Ладно, сейчас куда-нибудь отнесу, наверное. Да выброшу, убивать-то не буду я.